Санаторий «Березина» расположен в центральной части Республики Беларусь, в 10 километрах от районного центра города Березино Минской области, на правом берегу одной из красивейших белорусских рек Березины. У трех родников в живописном сосновом лесу, который пересекается березовыми рощами и дубравами. Санаторий «Березина» рассчитан на 80 койко-мест. Пациенты проживают в номерах класса люкс, одноместных и двухместных номерах, оборудованных отдельным санузлом и душевыми кабинами. В каждом номере имеется необходимая мебель, телевизор с кабельным телевидением. В номерах люкс и одноместных номерах имеются холодильники и СВЧ-печи. Прием пищи осуществляется в хорошо оборудованном современном зале с магнитофоном под приятную успокаивающую музыку. Организовано пятиразовое заказное диетическое питание. Перспективное двухнедельное сезонное меню разработано с учетом сбалансированности по химическому составу, калорийности и специфики заболеваний пациентов. В санатории «Березина» проводится лечение неинфекционных кожных заболеваний, псориаз, регрессирующая и стационарная стадии заболевания, атопический дерматит, нейродермит, красный плоский лишай, экзема и другие. Неврологические заболевания. Для успешного лечения данных заболеваний в санатории работает квалифицированный персонал. Имеется необходимое медицинское оборудование. Больному подбирается индивидуальный курс лечения в зависимости от его заболевания и стадии поражения. При выписке каждому больному даются рекомендации продолжить лечение в домашних условиях. Санаторий «Березина» применяет следующие виды лечения больных. Медикаментозное – это антигистаминные препараты, витамины, мазевые препараты. Физиотерапевтические процедуры, такие как светолечение, магнитолазеротерапия, ультразвуковая терапия и другие. Бальнеолечение включает овсяные, хвойные, валерьяновые, йодобромные ванны, грязевые, оксидат торфа с минеральными солями. Сауна с грязелечением, фитопарасауна. Укутывание с применением трав, льна, корня девесила, овса. Фитотерапия применяет фитосборы, успокаивающий, печеночный, иммуностимулирующий. В санатории «Березина» работает культорганизатор, который с каждым заездом отдыхающих проводит культурно-массовое мероприятие. Это тематические вечера отдыха, дискотеки, просмотр видеофильмов, творческие конкурсы, народные гуляния, экскурсии по историческим местам Республики Беларусь, посещение музейных комплексов и многое другое. По вечерам гостеприимно распахивает двери уютное кафе «Асалода». На территории санатория имеются волейбольные и баскетбольные площадки, настольный и большой теннис, спортивная площадка с футбольным полем, ледовый каток зимой. Функционирует тренажерный зал, отлично оборудованная бильярдная. Организован прокат спортивного инвентаря, велосипеды, лодки, лыжи, коньки, ракетки для большого и настольного тенниса, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи. Приглашаем вас в санаторий «Березина». Спасибо за внимание.